Пенза начинает пошагово возвращаться к регулируемому тарифу в общественном транспорте, при котором стоимость услуги устанавливается уполномоченными органами региона. Предприятиям «Дилижанс» переведены на такую работу маршруты автобусов большой вместимости номер 130, 66, 70 и 82С. Руководство предприятия заявило о стабилизации эксплуатационных характеристик указанных маршрутов. В вечернее время упорядочивается расписание работы автобусов и факт работы автобусов на линиях. И второе, в выходные праздничные дни работа автобусов тоже будет носить более системный, более жесткий, более контролируемый характер со стороны соответствующих органов как города Пензы, так и правительства Пензенской области. Поэтому для пассажиров важно одно – качество работы автобусов в вечернее время, выходные праздничные дни значительно повышается, уже повышено. Кстати, плюсами внедренной системы пассажиры уже пользуются. Один из самых востребованных межмуниципальных маршрутов номер 130 перешел на регулируемый тариф раньше остальных. И, как говорят в «Дилижансе», от пензенцев они уже получают обратную связь, положительные отзывы. На предприятии рассказали и о дальнейших планах работы. Не снижать качество раз, несмотря на все внешние и внутренние особенности, трудности, объективные, субъективные. И второе, стабилизировать работу транспорта, чтобы его работа была удобна, но незаметна. Для пассажиров стоимость проезда остается точно такой же, она не меняется. Мы выполняем задачу, поставленную губернатором Пензенской области, как раз в этом направлении, повышение качества обслуживания пассажиров. Как также подчеркнул Андрей Фомин, квалификация персонала и имеющийся парк пассажирского транспорта позволяют выполнять работу по перевозке пассажиров в течение всего срока действия контрактов.